Беларусь представит достижения в образовании на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Он пройдет в октябре в Сочи. Кроме этого, наша страна будет презентована как хозяйка Евроигр 2019 и чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году будет принимать вместе с Латвией. Программа фестиваля насыщенная, дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. Участников из нашей страны около 300, а всего масштабный форум соберет более 20 тысяч человек со всего мира.